Вот уже третий год подряд, в преддверии новогоднего праздника, я делаю для Валеры сюрприз и исполняю его желание. Этот год не стал исключением. Приятного просмотра. Валерий, привет! Привет, Саш! Все, как дела? Ну, более-менее, спасибо. Валерий, я сегодня пришел поздравлять вас с Новым годом. Как и все остальные два года назад. 25 декабря. О, замечательно. Ну, по старому стилю, естественно. Да, да. Для вас есть сюрприз. Очень приятно. Сюрприз будет заключаться в том, что я буду исполнять сегодня любые ваши желания. Ну, какие захотите. $1 000 Хорошо бы 999 тысяч, бог с ним. Ну что, Валерий, есть какие-то мысли, с чего начать сегодняшний новогодний праздник? Александр, если можно, со стакана чая и сосиска в тесте, моя любимая. Ну, пойдемте, сосиску в тесте есть. Идемте. Ой, штаны падают. Валерий, где самая вкусная сосиска в тесте? Конечно, в это самое, в сети ларьков пироги, там вроде, а вроде так, по-моему, называется. А можно, Александр, а можно мне две сосиски в тесте, это самое? Ну, все-таки у меня две руки и елочки-березочки. Ну, окей, давай, две сосиски, хорошо. И чай. Заказываю? Так, заказываю. Я плачу. Значит, две сосиски в тесте и чай. Ну и чай, значит, тогда. Да, с черным сахаром, если можно. Можно. Звезда экрана тоже? Ну и не то слово, елочки-березочки, звезда экрана. Господи, как я люблю сосиски в тесте. Это прям моя слабость. Ну, елочки-березочки, что делать тут? Что поделаешь? Откуда, Валерий, такая любовь к сосискам в тесте? Ну, дело в чем это самое? Это с детства пошло. Тогда, конечно, не было сосисок в тесте. Просто сосиски были. Угу. Ну, а сейчас они в тесте. Вот так. Ну что, Валерий, есть какие-то мысли вообще? Что? Что сегодня будем делать? Есть ли какие-то желания, что самое главное? Ну, купить там продукты, естественно. Вот, ну, ништяком всяких там это самое. Вот. Затариться, короче. В общем, затариться, да, правильно. Ну, поехали, окей. Сейчас, минуточку, я только доем это самое. Сосисочки, да? Ну, естественно. Огромнейшее спасибо, Александр. Ага. Присаживайтесь. Ну что, поскольку нужны продукты, предлагаю пойти в супермаркет, который здесь находится. И вопрос, есть маска вообще? Нет, маски нет, а супермаркет с огромным удовольствием. Сегодня, Валерий, вы можете позволить себе абсолютно все, что захочете, поэтому не ограничивайте себя ни в чем, а маску нужно будет сейчас купить, потому что нас просто туда не пустят. А, да, согласен, полностью согласен с вами, Александр. Получилось? Получилось. Ну, идем. Идем. Валерий, ну что, какие мысли, что нужно купить, какие пожелания? Ох, много чего. Пожелания, так сказать, пруд, можно сказать, со всех концов. Одно, Валерий, я знаю точно, что вам просто необходимо, и это как бы наглядно видно. Вот сейчас я покажу. Почему вы в разных... Ну, потому что потерял. Потерял? Очень просто, вчера, позавчера. А как это произошло? Да очень просто, ну да, выпил, врать не буду. Возвращался домой с посвящения, с проспекта посвящения, Петро. Ну и... Один потерял, другой один остался. Один потерял, другой остался, да, совершенно верно. Я думаю, это точно необходимо сегодня будет приобрести, потому что все-таки кроссовки с туфлями, но это немножко разный стиль. Да, разный, согласен. Ну, за неимением гербовой пишем на простой, так сказать. Ну, это поговорка такая. Александр, если это все правда, я хотел бы начать нашу вечеринку с легкого аперитива. Если не трудно. Вот приглянулось вот это. Я неплохо вижу, без очков, ага. Это самое, поэтому... А, вот. Вот так. Что, как она открывается-то? Я... То еще алкоголик, еще тот. Смех и грех. И жизнь продолжается, жить в кайф. Самый мой любимый отдел... Это вот консервы.
Свинина тушеная, тушенка. Вот, ну я так свою бывшую жену называл. Ага, то есть берем их, да? Да, конечно. Какие посоветуете? Консервы вот для подписчиков. Вы, поскольку человек прошаренный, вы, наверное, разбираетесь в консервах. Вот топ-3 консерв от Валерия. Чтобы говорить, нужно смочить горло. А, хорошо. Ну вот печень трески, Бедлинг, называется. Ну или как это, фирма, там, бог его знает. Печень трески написано. У Осайра великолепная. Вот, пожалуйста, горбуша натуральная. 100 рублей, ну 99-99. Сейчас я научу вас, как выбирать помидоры. Если пищат, значит свежие. Для тех, кто любит выпить и не любит, чтобы голова болела, секрет. Как похмеляться, грубо говоря. Вот это с похмелья просто замечательная вещь. А что это такое? А это царский бальзам. Капустный рассол, ну иначе говоря. Его с утра надо, да? Как проснешься. Ну что, я предлагаю пойти посмотреть какую-нибудь обувь. Как скажете, Александр? Значит, сейчас мы будем выбирать обувь, но я уже знаю, чего я хочу. Сейчас вот эти глиномесы, это самое... брошу в корзину. Надо померить сначала. А где и как? А здесь сейчас и померим. Где здесь-то? Сейчас. Как его называется? Ложечки нету, правда. Да ложечка хрен с ним. Глиномесы супер, вообще шикарные. Оп, мое. Значит, я человек простой, поэтому пряники люблю тоже простые. Вот. А сейчас я хочу показать вам шедевр кулинарии прямо. То, что надо. Вермишель быстрого приготовления. Ну, конечно же, нельзя забывать про семью, домой. Для мамы. Персиковая. А. Так, а давайте вот эту положим, как говорится. Да. Отводили. Вот. Держите там, вам отчитываться, я так понимаю. Не очень умею, если честно. Спасибо огромное вам. Ну что, настроение улучшилось? Великолепно, просто шикарное. Ну что, Валерий, как впечатление от новой обуви? Великолепно, прямо мой размерчик. Глину бесит, ну самое то. Александр, а можно вместо ресторана? Ну, ту сосисочную, очень захотелось сосиски в тесте, прямо жуть. Ну поехали. Поехали. Пакета нет, но это не беда. Карманы есть у меня всегда. Что, в карманы пихаем? Блин, он дырявый. Ну, карман, в смысле. Александр, не против, если я устрою здесь небольшой пир? Делайте, что хотите, Валерий. Ясно, спасибо большое вам. Колбаса, всему голова. Вкуснятина. Там железка аккуратно была на конце. Да. Как, сосиску? Да, сосиску в тесте, пирожок с рисом погреть, да? Мне не надо. Сосиску не надо греть, а пирожок подогрейте. Эту сосиску я специально беру, специально для кое-какого дела. Сейчас вы узнаете для какого. Итак, внимание. Я тоже поднимался с лизов и знаю, что такое, как хочется. Просто ужасно хочется кушать. Угу. Поэтому я дарю сосиску, вот эту сосиску в тесте, вот эту вот, своему товарищу. Держи, если хочешь. Спасибо вам большое. Да нет. О, а ты думал, блин, это самое, это слетел Господь Бог, это самое, там, боженька насрал, я извиняюсь. Ну что, Валерий? Вот уже через, ну там, две недели, меньше, чем через две недели, Новый год. Вот, это уже третий Новый год, когда я прихожу вас поздравлять.
пожелайте что-нибудь зрителям, вот такое вот, чтобы, если бы у них, что вот, например, у них сейчас нет настроения, вот чтобы после ваших слов у них появилось новогоднее настроение. Я желаю всем зрителям огромной удачи и исполнения всех их желаний. Ну, естественно, все люди разные, кто чего хочет. Женщины одному, мужики другое, там тыры-пыры, все такое, дети там третье. И желаю всем великолепного настроения в новом году. Как для вас прошел 2020 год, Валерий? И хорошо, и плохо, скажем так. Ну, тут звук палка в двух концах. Угу. Тут однозначно не скрыть. Что было хорошего? Вот вы появились, например. Вы появились и купили мне это самое продуктов. Новогодний подарок, да? Да. Набит золотом, бриллиантами. Ну, как обычно, золото, бриллианты собирал. Что ж? 7 рублей осталось только от золота, бриллиантов. Ну, что ж поделаешь? Замороженными пальцами в отсутствие горячей воды. Заторможенными мыслями в отсутствие, конечно, тебя.